Здорово всем, пацаны, сегодня третья серия, и в этой серии мы будем ставить новые диски, точнее свежевыкрашенные диски. В общем, купил я их за 2000 гривен, это в рублях 4000 примерно. Состояние у них было так себе, скажу. Купил шпаклевки алюминизированные специально, зашпаклевал, затер, теперь выглядят они вообще бомбезно. Поэтому сейчас мы берем, едем в гараж, забираем эти диски и едем ставить их. А теперь небольшая предыстория, как вообще диски эти я забирал, в общем, смотрите. Приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайки. Strangers, believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I'll walk alone in the night, meet the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my vibe. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a lone wolf, I'm a произошло то, что я самого больше боялся. Посмотрите, какая дебильная мошка. Сейчас она тупо запоганит полностью весь диск, всю покраску. Придется заново шкурить, заново перекрашивать. Попытаюсь сейчас убрать, конечно, ее аккуратно. Но хрен что выходит, в общем. Буду смотреть, пускай подсохнет все, я ее уберу. Зашкурю еще раз и сверху еще раз буду перекрашивать. В общем, такая вот беда. Пыли нету, но есть конченые мошки, которые все портят. Нужно как-то средину прокрасить, я не знаю как. Она туда не попадает, в принципе. А если начинаешь туда направлять, то получаются разводы. Поэтому надо как-то аккуратно туда их примерно вот задуть. Либо уже в конце это все, когда высохнет, обклеить чем-то верхнюю часть и полностью задуть туда баллонов. В общем, пацаны, диски покрасили. Сейчас осталось еще покрыть одним слоем лака. Одним уже покрыл, одним осталось. Чтобы лак высох, нужно минут 15, но чтобы он отвердел, нужно как минимум 2 суток. Потому что если я сегодня покрашу и поеду натягивать резину новую, лак покоцается, может быть, даже в некоторых местах он может слезть. И тогда не будет того эффекта, которого я хочу. Поэтому ждем, пока это все отвердеет. Едем покупать новую резину и ставить ее на эти диски. Так, пацаны, всем здорово. Сейчас я домой приехал, переоделся. Короче, на улице 20 градусов тепла. Одел футболку одну под низ и все. Оделся в старое, короче. Сейчас сзади купил колеса новые. Едем ставить, короче, на шиномонтажку эти колеса. Не знаю, что получится. Диски лежат в багажнике, как раз поместил все ровно. Короче, все лежит, все заебись. Сейчас, короче, едем ставить эти диски. И покажу вообще, что получилось. Бюджет сегодняшнего видео 1500 гривен.
умножаете на 2, получаете цифру в рублях. То есть 3000 рублей за то, чтобы поменять два диска, точнее купить два диска и поменять в двух колесах. Дороги вообще ужасные, вообще ездить невозможно. Подъезжаем мы уже. Там я записался, так сказать, сейчас в очереди второй. Вот это поворот! For love, yes, I did it all for love.